происходит множество событий, а мы расскажем вам о том, что происходит у нас в студии. Здравствуйте! Уже становится традицией в начале учебного года знакомить вас с нашими классами, учителями и нашими друзьями. В этом нам помогает ярмарка знаний. Приглашаем ребят и их родителей 1 октября в 10 утра к нам в гости. Мы расскажем и с радостью покажем, как и какие уроки проходят у нас в студии. Вас ждет много интересного. Если вы как бизнес хотите принять участие в нашем мероприятии, сообщите об этом Маше. Давайте сделаем наш город чище. С таким девизом мы хотим пригласить взрослых и детей на уборку пляжа. 24 сентября в 9 утра с радостью ждем вас на Pacific Beach пляж возле пирса. Ребят ждет сюрприз после уборки. А для детей High School есть большая возможность получить волонтерские часы для школы. Продолжаем знакомить вас с нашими учителями. Сегодня мы расскажем о подделении художественной гимнастики в студии Sunshine. Всем привет! Меня зовут Алина, я тренер по художественной гимнастике в студии Sunshine. Художественная гимнастика – это красота и грация, гибкость и координация, музыкальность и артистизм, а также сила, выносливость, целеустремленность и стрессоустойчивость. Можно до бесконечности перечислять, но сегодня мы спросим у наших девочек, что же для них художественная гимнастика. Ника, что для тебя художественная гимнастика? Гибкость. Гибкость? Подтягиваться. Подтягиваться? А как это? Можешь нам показать? Красота. Равновесие. Равновесие. Покажи красивое равновесие. Старание. Сильное. Лерочка, что для тебя художественная гимнастика? Выносливость. Элементы с предметами. Риск. Выступление на соревнованиях в красивых купальниках. Дорогие родители, вечерние классы для ребят – это большая возможность погрузить детей в языковую среду. У нас большой выбор занятий с профессиональными учителями. Для регистрации или вопросов звоните нашим администраторам. Наша студия всегда старается сделать все только лучшее для ваших детей. Миссия нашей студии – создавать условия для развития творческой, талантливой личности в каждом ребенке. На сегодня это все новости. С вами были Полина, Милана и я, Арина. Всем мира и добра! Пока-пока!